Всем привет! Сегодня у меня обзор всего лишь одной баночки с сайта VitaCost, а именно комплексного протеина от сайта VitaCost. Буду сравнивать его с золотым стандартом от Optimum Nutrition, потому что он считается одним из самых лучших комплексных протеинов вообще. И чтобы не говорить много слов, я перехожу к составу этих двух протеинов. У Optimum Nutrition смесь разных видов протеина. Это сывороточный изолят протеина, сывороточный концентрат протеина и сывороточные пептиды. Также натуральные и искусственные красители, лецитин, не указано какой именно, соль, ацесульфам калия, аминоген, сукралоза и лактаза, фермент, расщепляющий лактозу. У VitaCost концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина и также гидролизат сывороточного протеина. Подсластитель ксилитол, натуральная вкусовая добавка ваниль, соевый лецитин и также подсластитель стевия и аминоген. На первый взгляд составы отличаются. Я имею в виду состав разных видов протеина, но на самом деле гидролизат сывороточного протеина – это сывороточный пептид, который быстро усваивается организмом. То есть сывороточный пептид и сывороточный протеин, гидролизат протеина – это одно и то же. Что же такое загадочный аминоген? Это смесь пищеварительных энзимов, принадлежащей фирме Triaca Industries, у которой закупаются многие производители спортпита и не только. Ее включают для того, чтобы тот протеин, который находится в банке, еще легче усваивался. Как видите, составы у них почти одинаковые, но в Gold Standard меня смущает искусственные вкусовые добавки и подсластитель ацесульфам калия, который может вызвать нарушение деятельности нервной системы и не только. VitaCost же добавил натуральные подсластители ксилит и стевию, за что им большой плюс. Ну и давайте пройдемся по макронутриентам, то есть по белкам, жирам и углеводам. На порцию сывороточного протеина Gold Whey приходится 110 калорий, из них 1 грамм жира, 2 грамма углеводов и 24 грамма протеина. У VitaCost это 115 калорий, 1,5 грамма жира, 5 грамм углеводов и 22 грамма протеина. Порции на банку у Optimum Nutrition 29, у VitaCost 32. Подытожим. У протеина от VitaCost на 3 грамма больше углеводов и на 1,5 грамма жира, а также на 2 грамма протеина меньше. По количеству белка немножечко выигрывает Optimum Nutrition и по углеводам, но там не простые углеводы. Два из них приходятся на сахарные спирты, а они не учитываются. Это вот те самые alcohol sugar. Также большой плюс протеина от VitaCost в том, что там нет искусственных добавок и подсластителей. Поэтому я выбрала именно его и решила, что эта информация может быть вам полезной. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам это видео было чем-то полезно. И если да, то не забудьте мне об этом сообщить. Всем пока-пока!